Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В данном видео расскажу о новинке 2019 года телевизоре от компании Samsung. Модель UE55RU8000. Актуальные цены на сегодняшний день будут в ссылках в описании к данному обзору. Я очень старался, собирал всю информацию о характеристиках, анализировал отзывы, монтировал и озвучивал. Очень надеюсь, что вам понравится, и буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишетесь на канал. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 120 Гц. Смотрите HDR-контент с улучшенной четкостью и точнейшей цветопередачей. Телевизор обеспечивает более точную передачу деталей даже в самых ярких и темных сценах. Интеллектуальная технология подсветки UHD Dimming делит экран на небольшие блоки для более точной передачи деталей. Впечатляющее качество изображения благодаря обновленному процессору, который управляет цветопередачей, оптимизирует уровень контрастности и обеспечивает поддержку HDR. Технология Dynamic Crystal Color. Технология Dynamic Crystal Color воспроизводит кристально чистые и непревзойденно яркие цвета. Наслаждайтесь четким изображением на экране, который содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с FHD. Еще больше деталей в каждой сцене. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра UHD-контента с данной модели телевизора – 232 см. Утонченный и изысканный дизайн нового поколения позволит гармонично дополнить интерьер вашего дома. Размеры телевизора 124 см в ширину, 71 см в высоту, толщина 5,9 см, вес 18,5 кг, цвет серый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы. Два USB 2.0, 4 HDMI 2.0, один разъем для локальной сети, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ВТВ, один слот CI+, 1.4. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Чаще выигрывайте со специальным игровым режимом. Функция Dynamic Black Equalizer обеспечивает улучшенный черный цвет, четкую детализацию в темных сценах без размытости и искажения цвета. Испытайте уникальный игровой опыт, прочувствуйте каждую секунду любимой игры, ощутите каждый взрыв, каждое движение, будьте в эпицентре игровых событий. На большом экране игра становится более реальной. Больше никакой задержки вывода изображения с технологией FreeSync VRR. Подарите себе опыт игры на высокой скорости в режиме реального времени. Еще больше эпичных побед с быстротой реакции QLED TV. Input lag при разрешении 3840 на 2160 достигает 14,4 миллисекунды. Операционная система Tizen 5.0 Smart Hub. Весь нужный контент уже у вас в руках, от легкой настройки любимой консоли до установки актуальных приложений и просмотра телевидения. AirPlay 2.0. С помощью AirPlay 2.0 вы впервые сможете управлять контентом прямо с девайсов Apple и сразу на большой экран телевизора. Проигрывание видеороликов, музыки, фотографий и не только – легко. SmartThings превращает телевизор в центр управления вашими устройствами, поддерживающими функцию «умный дом» от смартфона до бытовой техники. Это дает вам возможность в реальном времени управлять и контролировать состоянием оборудования вашего умного дома. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамика. Звук можно передавать по Bluetooth. Я посмотрел отзывы реальных пользователей, и отрицательного мнения на данную модель я не нашел. Буду объективным и расскажу о положительных отзывах этой модели. Хорошая цветопередача, низкий input lag, все параметры на уровне, нет абсолютно никаких косяков при подключении ТВ к компьютеру. Теперь гейминг на диване под Hi-Fi системой действительно превосходит ПК. Эффект присутствия – очень реалистичное изображение. В технологии управления разобраться несложно. Есть пульт и есть руководство пользователя. Пульт рабочий, сразу реагирует на нажатие кнопок. Если вы являетесь обладателем данного телевизора, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этого телевизора. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!